Как семь цветов радуги позволяют разукрасить этот мир сотнями оттенков, так и семь нот способны наполнить нашу жизнь палитрой прекрасных эмоций. Это еще раз доказали солисты районного дома культуры, подготовив для жителей Рени концерт из хитов прошлых лет. Где-то между небом и морем абсолютно раздета, где кончаются горы, начинается лето. Это просто красиво, это вместе не спешно. Между синим и синим мир зеленого цвета. Между синим и синим мир зеленого цвета. Очевидное, невероятное, но явно что-то неземной красоты. Концертную программу открыл творческий коллектив под руководством Аделины Тетрадовой. Народный, эстрадный, инструментальный ансамбль The Music Box. Бас-гитара Евгений Логин. Акустическая гитара Евгений Спау. И саксофон Михаил Тетрадов. Барабанная установка Алексей Волков. Солисты Юлия Чудинова, Виталий Волков, Павел Стагниенко. Перкуссия Светлана Панка. Аплодисменты. Как оказалось, чтобы попасть на такой яркий концерт, после Нового года до 5 января в Рени задержался сам Дед Мороз. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Когда приходит год молодой, старый уходит прочь, дано свершиться мечте любой, такая уже эта ночь. Затем все замрет вокруг в преддверии новых дней, и очутится снежинка вдруг жар птицей в руке твоей. Солисты покоряли не только своими голосами, но и ловкостью рук. Если бы все лоздия и еще desesperante y tú constante quizás. Gracias. Зрительный зал просто не мог не подпевать артистам. Мы все вместе. Сюзанна. Сюзанна, 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 мон амур. Сюзанна, 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 мон амур. Ау, мон амур. Уважаемые дамы и господа, команда Music Box сердечно поздравляет вас с Новым годом. Мы желаем вам крепкого здоровья, успеха во всех ваших начинаниях, гармонии в любви и мира над нашей прекрасной украинской землей. В концертной программе принял участие молодой коллектив Орловского дома культуры «Левитация». Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В наших слезах и пульсации вен. Перемен, мы ждем перемен.
Нельзя не сказать о том, что это был сложный концерт, поскольку артисты впервые использовали новую аппаратуру, закупленную районным советом для Дома культуры, и микрофоны иногда давали сбой. Но зрители поддерживали солистов своими аплодисментами. В постановках каждый из солистов старался проявить свою яркую индивидуальность. Дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс, ты не уснешь, пока я рядом. Творческая бригада достигла поставленной цели, зарядив зрителей положительными эмоциями на год вперед.